Да уж. Ой, тут мои кроссовки. Такой погоды мы не ожидали. Просто жуткий шторм. Дождь прошел, вы знаете, похолодало. Кто про что, а мы все высасываем. Вот это насмывало. Все уже, вот видите, высосало. Сейчас выключу этот приборчик и опять буду чистить тут. Вот сейчас уже опасно лазить вот. Уже скользко. Это жир от краски или от того, от лака. Вообще не понимаю, от чего. Все такое чистенькое было, красивенькое. Ох, сейчас это убаливает. Смылась, не досмылась. Короче, пошла работать. Ну все, вылезла. Всего одно ведро. Затерла. Ну что, я делаю вывод, что это вора-пруф. Прувер. Ну, видимо, он смылся. Видимо, он на краске не держится. Показываю, вот что мы покупали. Я так понимаю, конкрет, драйвей, сюрфейс, экстерьер. Ну, видимо, краска она не приняла этот лак. Видите, надо, чтобы, наверное, было уже что-то не покрашенное. Драйвей. Ну, вот это мы для, ну, перед домом, где там асфальт. Хотим помыть и покрыть. Ну, не знаю. Я так поняла, что краска не впитала это покрытие. Все было бесполезно. Когда брызгали. Сейчас хорошо дождик прошел. Если бы дождь не прошел, представляете, мы бы набрали воды. И вся вот эта грязь, белые эти пятна, плавали бы. Мы даже от травы косить отказались, сушили упорно. А оно что-то не сушилось. Мы все думали, что так долго сохнет. Ну ничего, ничего, зато своими руками все. Может, что-то и осталось. Фух. Пойду сейчас в Сочи, будет сильный ветер, хочу вам показать. Сочи. Он, конечно, не бред, он просто выстригает, чтобы чистенько было, чтобы не пачкалось, не цеплялось с попочки ничего. Также и животик. Животик у ней был уже розовый и под шерстью. Конечно, он не бреет, он, конечно, подстригает специальными. И вообще этот мужик, он из Майами, он специалист по хаски. И Сочи его любит, поэтому я ему доверяю. Вы говорите, сводите к другому грумеру. Вы что, шутите? Она никому не дается. И мы не можем намолиться на этого Карлоса. А просто прелость у ней уже была. Ну вот он подстриг на жопке же, нету красноты. Ухо почистил, говорит, грязное было еще. Он за ней очень хорошо ухаживает. За этой капризулей. Никто бы. Мы же пытались раньше ее, знаете, вот в ветеринарную, где ходим, там. Так один раз ее привезли наполовину почесанную.
Недочёсанную. Не могли они с ней справиться. А вы говорите. Другому грумеру. Какая красота. Пальма. На фоне солнца и ветер. Поближе. Посмотрите. Сачулька такая красивая. Вся причесанная, ничего не торчит, не висит у ней. Стройная девушка. Видите, попочка чистая. Все подстрижено красивенько. Ой, господи, я, наверное, уже вам надоела, но я не могу нахвалиться. Все-таки, знаете, работу видно. Шерсть вся вычесана. Ой, Сачуля, пора замуж тебя выдавать. Дожди прошли, трава зеленая, но подстриженная. Да. Вот вроде все обычно, знаете, вот так гуляю в Сочи, как 7 лет гуляла. Записывала для вас видео. Но вот как будто какой-то провал. Провал в душе. Какой-то, вот знаете, вакуум образовался. Пихтовая тоже. У нас такие же на фронтьярде. Красивые. Тихо, ветер и похолодание. Для Флориды это катастрофа. Обычно гуляют с собаками, никого не вижу. Одни мы с Сачулей выгуливаемся. Я, конечно, вместо того, чтобы дома что-то делать с этим бассейном, все силы уже потратила. Дома все запустила, только с бассейном. Вот это только и подтираю, убираю. Ну, хотели мы побрызгать, закрепить. Закрепить, знаете, чтоб навеки вечные. Но, видно, не то подобрали. Оно и дешевое, я не помню, сколько, но дешевое. 15 номер не прошел.